Здравствуйте, Катя. Это видео про ваш КПАН с одуванчиком для вашего объектива ТАИР-11А. Вот он КПАН. Сейчас я вам покажу, как он запрограммирован. Смотрите, совмещаем. Сначала научитесь устанавливать сам переходник, а потом уже наденете на него объектив. Совмещаем красную точечку на адаптере и средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания в стопорной канавке. Если вдруг на вашей камере не защелкнется на стопорной канавке, то нужно будет немножечко подточить с внутренней стороны шляпку стопорного винта. Стопорный винт не дает перекрутить переходник в камере и не дает, соответственно, сломать одуванчик. Смотрите, я запрограммировал фокусное расстояние 135 миллиметров и диафрагмы от 2,8 до 22. Также я вам еще вышлю комфортный алгоритм для работы с одуванчиком на этом объективе. Задняя крышка и ключик для того, чтобы установить переходник на ваш объектив. То есть вы снимете тот хвостовик, который есть сейчас на вашем объективе, отпустите вот эти вот три винта, которые есть и на вашем переходнике, и на его место установите этот. И установите его так, чтобы у вас шкала объектива была правильно расположена вертикально. Сейчас я упакую ваш адаптер и отправлю завтра утром из Словакии. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.